Приветствую вас. Довольно кратенький вопрос, суть которого заключается в следующем. Я влюбилась очень сильно, но мы часто ссоримся. Буквально 2 дня назад мы поссорились, и я сказала, что мы не можем быть вместе, соответственно, на эмоциях. Да? Пишет человек по имени Татьяна. Вот, соответственно, вопрос, да, который она задает, про то, вернется ли он. Вот. Ну, имеется в виду мужчина, вернется ли. Да? Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот почему-то вы говорите, что вы не можете быть вместе, да? А мужчина должен возвращаться. То есть, не кажется ли вам это несколько странно? Несколько незрело, может быть, по-детски, что ли? То, что вы говорите, вроде как выражаете свою позицию, да? Вроде как. А мужчина должен, получается, вашу позицию оспаривать. Ну, в данном случае, потому что вы же сказали, что вместе быть не можете, а он должен вас, получается, разубедить в том, что как бы вы вместе быть, ну, можете, да, получается. Такую роль человеку вы даете, вот. И на мой взгляд, это довольно незрелая позиция в целом, вот. То есть, если вы сами вот высказываете что-то, да, если вы сами вот выражаете что-то, то вам, соответственно, нужно нести за это ответственность. Вот. Вам необходимо за это нести ответственность. А то получается такая вот позиция, да, постоянная позиция зависимости. Когда вы вот, ждете от человека, получается, разрешение вот своего конфликта, который вот у вас имеет место быть. И, на мой взгляд, это, ну, просто очень сильно вот вашим отношениям вредит, да? Поэтому тут нужно вот обращать на это внимание, как мне кажется. Следующий момент, следующее, на что вот хотелось бы обратить вам ваше внимание, это на то, что вот вы пишете, что влюбились сильно, но ссоритесь. То есть не кажется ли вам, что есть вот некоторое такое противоречие, скажем так, в том, что
вы вроде как вот влюбились, да, с одной, ну, с одной стороны, и как бы настроены-то к человеку позитивно, а с другой стороны вы, несмотря на то, что влюбились, да, несмотря на это, вы как-то вот ссоритесь. То есть это противоречие, это конфликт, да? Вот. И, на мой взгляд, этот конфликт, это противоречие необходимо разрешить вам, чтобы, ну вот, как-то, да, была более такая стабильная, если можно так вот выразиться, позиция с вашей стороны. Чтобы это сделать, необходимо, значит, в первую очередь вам изучить психологическую игру «Скандал». Вот она есть в интернете. Вот ее можно поисследовать самостоятельно. Вот. А я могу сказать, в принципе, вот, ну, пока что могу сказать, что люди ссорятся, во-первых, когда боятся эмоциональной близости, ну, в первую очередь. Вот. То есть, когда есть вот такой, ну, такой же страх эмоциональной близости, страх доверия, страх довериться, ну, вот, страшно немного доверять человеку, страшно отдаваться, и, соответственно, есть желание все контролировать, например, да, то есть есть желание контролировать другого человека, контролировать то, что происходит в отношениях и так далее. То есть это вот такая тревожность, с одной стороны. А с другой стороны, ссоры имеют элемент надежды, то есть ожидания от партнера, когда человек чего-то ждет определенного от своего, ну, от своего возлюбленного, да, от своего близкого, просто от своего близкого, не обязательно возлюбленного. Эти ожидания, соответственно, не оправдываются, и человек как бы вот фрустрирует, и, соответственно, реагирует на фрустрацию именно какой-то вот обидой, да, каким-то, ну, недоверием, каким-то злостью, агрессией и так далее. Вот, соответственно, здесь нужно поработать с ожиданием. Вот, и, значит, разобраться с ними и решить, что делать, потому что сами по себе, как чего-то ожидать, это нормально, это неплохо, вот, ну просто вот по себе, да, ожидать чего-то, это неплохо совершенно. Но важно уметь, во-первых, понимать, чего конкретно я хочу, вот, и, во-вторых, разделять вот то, что, например, я делаю там, допустим, ну, самостоятельно, да, для вот своих ожиданий, для того, чтобы, ну вот, реализовать свои ожидания, например. А то, и что я хочу, соответственно, от своего вот, ну, партнера, да, чего я хочу от другого человека. И, соответственно, ну, возможность качественно
до него донести, вот, чтобы он это понял, чтобы он это знал, вот. Понимаете, да, какая здесь история, вот, в вашем случае, на мой взгляд, это не так происходит. В вашем случае это происходит несколько иначе, по-другому, грубо говоря. Вот. И последний момент, это форма общения. Форма общения, форма коммуникации, когда есть, так скажем, навык неконфликтно выражать свои желания, неконфликтно выражать свои потребности, вот. И делать это, не задевая чувства другого человека специально. То есть, если там человек это напрягает, если человек это задевает, то как бы это уже не ваша ответственность, это уже не ваша проблема. То есть умение вот разграничивать это. Вот. У вас есть страх, ведь по всему. Да, вот почему вы сказали. Ну, мужчине, да, что не можете быть вместе. У вас есть страх. Это страх, скорее всего. Только страх чего? Нужно выяснить. Потому что нельзя в отношениях быть в страхе. Да? Ну, просто. Нельзя в отношениях быть в напряжении. Потому что получается, что отношения — это такой способ как бы справиться с ну, тревогой. Вот. А вот, соответственно, то, что я могу вам сказать сейчас. То есть побольше бы, что называется, контроля. Да? Вам даже не контроля, скорее, а управление, может быть, или власть над своей жизнью. Сейчас вот у вас этой власти над своей жизнью, в общем и целом, нет. Ну, потому что есть, как бы, вот, человек, от которого все зависит у вас, по сути. Да? Ну, вот, сейчас. Ну и, наверное, последнее, что хочется сказать, да, последнее, что хочется отметить, это то, что вот сильная влюбленность — это не любовь, это именно влюбленность. А при влюбленности очень часто бывает такая история, что мы от человека чего-то хотим. Мы не принимаем человека таким, какой он есть, к сожалению. И очень важно на это обращать свое внимание тоже, потому что если есть элемент такого непринятия, если есть элемент ожидания, требования от человека чего-то, да, если есть элемент зажимания своих, ну вот, своих чувств, допустим,
то это означает, что вам нужна помощь, ну, как бы, психотерапевтическая помощь вам нужна в таком случае. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования основных направлений и, ну, базовых направлений для психотерапии, которые послужат основой для более глубокой работы. Всего вам самого доброго.